Вообще ужас какой-то, Дим. Потом снимем все. Может, ложку еще прилепить себе. А можно я прилеплю? Или ложка. Как? Подожди, уйди. Дай попробуй. На. Ну, вообще. Притягивает металлические предметы почти как магнеты из фильма «Люди Икс». Родственники 8-летнего Димы Кулемякина раньше и не замечали, что мальчик обладает уникальными способностями. Однако на днях на даче Дима приложил к телу навесной замок, и тот не упал. Затем Дима решил посмотреть, что же еще сможет примагниться к его телу. В итоге несколько предметов, которые были под рукой, повисли на груди мальчика. Теперь его родственники пытаются понять, откуда у ребенка такие способности и не пропадут ли они со временем. Конечно, относиться к подобным фокусам можно по-разному, верить или нет, это дело каждого. Но если честно, даже если у Димы нет суперспособностей, это видео сделало наш день, зарядив позитивом. И, кстати, сам юный Магнетто и его близкие уверены, магнетизм – это уникальная способность, которую нужно развивать. Наше новое завтра начинается сегодня. А вам слабо, да, Дим?